Всем привет, с вами члены Влад. Сегодня мы будем играть в Outlast, проходить бабку ебаную, которая нас задудосила в прошлый раз. Смотрите, подписывайтесь. Подчиняйтесь приказам вот этого типа, да? Да. Будьте детьми плохими. Будьте мучителями. Брейте очко, измельчайте негодяев. Ходите на лучшие аттракционы, в которые мы сейчас отправляемся. Никогда не заливайте воду горе. В хуй. Что? Воду в хуй? Воду в хуй. Ну подожди, это неправильно. Кожаное лицо, отсылочка, вот, видал? Типа они. Кожаное лицо нас ебать будет через два этапа, мне кажется. Никогда не мойте залупу, ты имеешь в виду, не заливайте воду в хуй. Ну, антифриз туда, да, заливайте. Антифриз. Ну. Да, ты рисковый парень. Так, поехали. Сейчас будет изи. Ну, изи, не знаю, но мы пытаемся. Да, что там написано? Верь в себя, докажи. Mm-hmm. Так, ну изи в начале. Ну, после полицейских нравов уж, конечно, на хардах. Теперь это изи. Ну, давай к луту нормально относиться, если что. Ты там периодически метки ставим. Много будет. Тут много ребят вообще в целом, я считаю. Давай, тетя представление нам покажет с тобой. И мы начнем катку. Короче, я так понимаю, эта тетя вот этого мужика сверлит, показывает нам представление сверху, а полицейский нравов своей вот этой вот молниеносной фигней, да? Чуваку мажет по ебалу. И мы тоже это с тобой видим и радуемся. Так, Весь? Так это работает? Верно. А чё по плакатам-то? 5 также, да? Похоже, да. Так, ну давай. Потихонечку ходить, потихонечку искать. Один есть. Кто? Плакат. Один есть плакат уже. О, ты жестишь. Ты прям жестишь сегодня, я смотрю. Так, оба. Анти-дяденька вот этот. Я нашел эту штуку. Дихлофосный убиватель, убиратель. Ну, пойдем. Оба. Такс. Я помню, мы с тобой играли в нее недели 3, наверное, назад, в эту каточку. И там мы с тобой играли в несколько игр. Что-то там кидали сердечки какие-то, да? Что-то такое там было. Так, ну давай. А, короче, что я заметил? Тут же нельзя по стеклам ходить и нельзя шурудить всякими висюшками. Вот. Но отвлекать кирпичами всякими врагов можно. Поэтому. Ну да. Если мы с тобой увидим дядю. Да, обычно. Куда кидаешь? В ебальники сразу, кирпичина. А, то есть ты не отвлекаешь, а чисто сразу, да? Это я так отвлекаю их. Ну, это такие отвлечения, мне кажется, не очень отвлекают. Они привлекают, наоборот. Так. Это ты ломишь? А, это ты ломишь. Угу. Сразу двери сломать. Ёбаный насос. Понял. Надо попробовать, кстати. Слушай, а если ты быстро нажимаешь, она не успевает яд выпустить? Ты не пробовал крест этот? Mm-mm. Надо, кстати, попробовать на этих, на картах. Я забыл об этом сейчас, кстати. Я тоже об этом подумал. Кстати, дихлофосная... Ёб твою мать. Дихлофосная штука возьми, а я плакат самая сорву. Самая полезная штука в игре. Второе есть. Пидор приехал. Ух ты, блять. Че, прям перед лицом, да? Да. Мне вообще некуда деться просто. А нет, я закрылся. Но это не дихлофосник. Не он? Нет. То есть, может приехать и тот, и другой, что ли, получается? Ну, походу, да. Так, все, я восстановил свой этот... стрессоустойчивость свою.
Сейчас она у меня была просто в минусяру. Так, ну можно так их отвлекать. Диклофос. Приехал? Нет, нет, средства. Надо тебе? Слушай, я свое потратил. Бери пока что себе. Ну, я... это второе у меня. А, давай. Спасибушки. Ты уже два успел найти, получается. Так, подожди, доберитесь до аттракциона в главном... Так, это первый аттракцион у нас где? Тут еще комната с сердцами, ее тоже бы найти. По-хорошему. Угу. Немножко не помню, где что. Так, я тоже нашел отмычку. Угу. Чего свести, чтоб открыть. Так, я что-то нашел, только что не понимаю. А тут еще эти взрывающиеся штуки есть, кстати, динамиты, надо их не забывать. Ой, мать, блять, че, идут за тобой, за тобой, не, идут это хуйня, не это хуйня обшикнула. Ебать. А, это пугалка. Ебать, как. А это хуйня идет. Тут с камерой вообще не лады, по-моему, да? Тут она прям отсвечивает в глаза так сильно, ебать. Угу. Сама карта какая-то чересчур яркая. Слушай, а где это... Этот домик, где куча сердец валяется. Вот он здесь. Ты нашел? Да, что-то да, я да, хожу. Да, 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 да. Ёбаный свет. Ебать. Ебать, копать. Ага, вижу. За мной? Бля. Твою мать! Ты сам где находишься? Сейчас я сделаю. Так, я первый прошел. Да? Да. Я ее даже, если честно, не нашел. Возьми там этот. А, блять, это не ты, ебанурод. Да, там надо ключ взять. Возьму сам. Твою мать, блядь. Тут мина. Ты активировал игру? Я забрал билет. Теперь надо другую игру найти. А, там игру проходишь, потом надо билет забирать. Угу. И вставляешь вот сюда.
Они показали, что за игра следующая? Ну вот она здесь. Ты, блядь, хуесос с диклофосом пришел. Охуенно, что я могу сказать. Да, вот он здесь. Ебать. Бля, ну на харде в эту миссию играть еще тяжелее будет, я тебе скажу. Тут на легком не понимаешь. Так, ну я как понял, меня опять нормально так пасут здесь. Не отходя от кассы буквально. Большая аптечка. Ты попал в эти цели на игре или нет? Меня просто угнали далеко. Ну только на одной пока. Вот не я, если что. Отлично. Давай вот эту дверь выбьем, ты далеко? Нет, сейчас подойду. Тут есть, короче, этот сокращенный путь, наверное, к этому. К этой хуйне. Да, смотри. Попал я? Да, походу, да. Попал. Еще одну надо. Еще одну. Твою мать, я зафачил. Прикинь, я кинул, и она закрылась. Ты донес? Попробуй да, кинуть. Я кинул в момент закрытия. Замазал? Да.
Последняя осталась. That's two. Two tickets. One more ticket to go. Бля, у меня есть дихлофосы, тебе не нужны, кстати? У меня один есть. Ладно, два сердечка. Подобрал. Пришлось, правда, дихлофос один проебать. Прямо хуило приедет это ебаное сейчас. Это дихлофос, по-любому. По смеху видно, долбоёб этот приехал. Так, а где последняя? В душе не ебу, честно. Сука. Это что такое? Я что-то обезвредил. Обезвредил хуйню какую-то. Мега хорош. Нашел? Не. Бля, почему нету отметок? Силомер. Блять, это не ты, ёпта. Где силомер этот? Чё, пока никак? Мы отсюда пришли. Силомер. Я нашел. Вот здесь. Тебя нокнули? Не-не, это хвост. Хуета выпрыгнула. Так, ну я одну выбил. Давай я попробуем. Я тоже одну выбил. Бля. Давай эту хуйню. Давай. Где эта динерная? А вот она близко. Слушай, давай так. Я возьму... Ты взял что-нибудь же, да? Да-да-да. Одно сердце взял. Давай я возьму два дихлофоса и отмычку, а ты сердце иди попади попробуй. Чтоб мы не проебали дихлофоса с тобой. Не попал. Не попал? Твою мать. Сегодня на кидалочках и на нахожделочках ты. Беги. Ебать. Мой хуй. Блять. Бля, он больно ебашит, я тебе скажу. Парень этот. Угу. Он где за мной. Билет? Пойдем. Он за мной. Где билет? Ну, я взял. Ага. Look at that pretty face. Oh,
It's a place so wonderful, nobody ever thought to leave. Отмычек. Блядь, иди нахуй. Тут можно помогать, когда тебя эта штука схватила, прикинь? Ты эту мочку не брал? Нет. Так, ты плакат собрал? Нет, антидот пометит. Твою мать. Погоня? Да и ладно, чё не впервые что-то. Но я бы не хотел. Антидот на втором ярусе. Да ёбаный ты свет. Этот крест блядский. Чё, они типа все со мной что ли остались, враги? Я на втором этаже сейчас. Да. Я смотрю, у тебя все вообще в порядке там. Я сверху барьера отключил. За мной эта хуйня с монтировкой сходит, слышь? Да, сейчас приду. Ух, ебать, нахуй я сам на себя иду. Бля, он забаговался в стену, что ли? А, не, ушел. Бля. Да иди в пизду, бля. К
Крикун появился после нее, нихера себе. Так, ты сам где, ну-ка, напомни мне. Сейчас на первом этаже. А, вот я рядом с тобой. Угу. Батарейка, держи. Тебе не нужна? А, у меня есть пока еще. Такс. Такс, пойдем искать. Как открыть эту хуйню? Какая-то хуятина пришла. Нам одно осталось, я же открыл там что-то. А, да? Видишь, одна из двух, да. Пизда мне. Ебать, не пизда. Охуеть, я двоих убежал. Бля, тут отмычка лежит, сука. Бери. Да, негде, некуда. Тебе не нужна, ты вот рядом ходишь. У меня есть. А, у меня нету нихуя. Тебе нету, говоришь? Вот эта цель, она куда показывается? На тачанку на эту? Угу. Все, все сделал. Нашел? Угу. Ага. Смотри, короче, научу. Да я знаю. Я понял принцип. По проводам. За синими проводами, да. Я знаю, я первую так искал. Я думал, она куда-то туда уходит, а она здесь. Спереди тело. Давай я на себя его отпукаю. Давай. Ты чё, приятель, пьяная? Иди сюда нахуй. Нихуя, он просто не хочет со мной бежать. Есть что кинуть в него? Все, я вроде увожу за собой. Они, давай, я... давай. Да, все. Ты заметил, когда я, когда ты прикасаешься к тачанке, а девочка говорит fuck you? Угу. Получается? Я веду, да, ты главное его держи там где-нибудь. Да, мы с ним тут по кругу бегаем. Так, они поехали наверх. Ты где? Ты мне нужен здесь. Пойдем быстрее. Я тебе руку потом резко подам. Теперь ты мне давай. Да что, блядь, происходит-то, ёб твою мать? Чё, я не забираюсь, что ли? Ну-ка. Давай. Да, блядь, как это сделать? А, вот, все, давай. Все, теперь нам надо с тобой там тачанку встречать, получается. А потом мы с тобой на том месте где-то обосрались, я помню. Да. По синим проводам я пошел, короче. Нет, пока не надо. Сейчас пойдем. Сейчас закроется и пойдем. Батарея тебе не нужна? Так, я веду. Имею в виду, сейчас надо, наверное, отвезти кого-то будет. Отвлекешь на себя. Я батарею увидел, я бы взял на самом деле. Поставь на нее метку, а все. Слушай, ну мы куда-то едем, типа, и пока. А вот все. Вентили теперь, я помню, надо будет активировать. Так, батарея где там лежит? Вот там, прямо вот там. Вот там.
Блять, ебать. Кто там? Дихлофос приехал, да? Да. Тварь, мне пизда, сука. Ебать, я какую-то операционную нашел. Это, походу, этой тетки. Ее улики, короче, я нашел, ебать. Да, в натуре, это ее операционная. Она тут а лица... Ты сильно расстроишься, если там дихлофосник бежит? Нет, ты посмотри, какое атмосферное место. Come here, you! Бля, быстрее. Пиздец. Чё думает, нахуй? Ебать. Тут крикун, я успел банки не задеть, прикинь. Сука. А, в натуре, слышь? Бля. Короче, я пригнулся, на меня крест вылетел, над головой прошел. Так что открывать двери так очень удобно, я тебе скажу. Так, ну чё, я нашел вентиль? Это что было? Психоз? Наверное, неверный вентиль. Блять, это пизда появилась? Да, вентиль не тот. Папка, да? Ебать, в натуре. А, ну да, она же на вентилях появлялась. Ебаный рот. Так, найдите find and open the correct A and C. Так, у меня C и D. Я на C пошел искать. A и C, короче, искать. Так, я нашел C, брат. Но нет давления, пизда. Почему нет давления? No pressure. Найди правильный путь. Бля, где его искать? Ебать. Это пизда пришла, старая. О, еба. Что могу сказать? Пизда-то. Классненько. Хуярь. Я спрятался. Но вентиль свой не нашел. Мы тогда, когда на ролик играли, как-то сориентировались на вентилях быстренько с тобой. А там здесь тоже надо по трубам смотреть. Айце. Есть этот? Хуйня. Да. Все нормально. Что, у меня нету? Я потратил. Я один нашел. Бля, где вентиль? Мать его рот, ебал. Так, нашел вентиль. Я надеюсь, это С. С вентиль? Как думаешь? Я не знаю. Нихуя, это не С. Это опять вентиль без давления. Блять, эта тварь меня поймала, нахуй напугала. Это опять вентиль без давления, блять. Бабка пришла к тебе? Да, нихуя. Ну ты там с ней поразвлекайся пока. Блять, пиздец. Пока я вентили ищу. Ты ж поразвлекаешься с ней? Да, мне этот хуесос с тачки выпрыгнул. Все нормально, я живой. Ты ко мне ее ведешь? Закрой там дверь за собой. Так, это тоже вентиль неправильный. Ну тут по трубам надо один хуй идти. Аккуратненько. Кстати, тут антипсихоз в этой комнате, он тебе нужен? Угу, я бы взял. Иди сюда. Поставь метку. You see that? Угу. Хилка, он на столе, если что-то.
блять. Ёбаный рот. Все взрывается тут. Я помню, были какие-то вентили, они такие прям выделяются, короче. Хилка. Я к чему не подойду, и оно не рабочее, короче. Ни меток, ни пизды, короче. Тут вообще какой-то порванный кран, блядь. Бля, ну играть без лутов тут вообще пиздос, наверное, будет. Угу. Еще интересно, сколько врагов будет. Ой, блядь. Так, я помню, нет, на нижнем этаже где-то был вентиль. Нам А и С надо. Мы нихуя не нашли. А, ты нашел С. Ты же, да, нашел? Угу. А где он был? Я не помню. Я, блядь, все тут обошел. Блять, иди нахуй, чмо ебаное. Сучка поймала. Ебать, я еще одну хуйню нашел. Но не, это не та была. А и Б сидели на трубе. Так, брат, я нашел вентиль. Надеюсь, это наш. Давай. Блять, это тоже хуйня. Почему каждый вентиль на тебя психоз вешает, я не понимаю. И у меня нету нахуй этой хуеты. Блять, бабка идет. А у меня камеры нет. Ёбаный свет, сука. Ёбаный свет, блять. Ёбаный ж ты свет. Ебучий, блять, случай. Это охуенно, конечно. Ёбаный насос. Да, что-то пиздец как-то. Чё делать-то, блядь? Как какать-то нахуй? Нет, я понимаю, как искать эти вентили. Я не понимаю, какого хуя мы не можем их найти, блядь. А каждый неправильный вентиль тебе вешает этот эффект дихлофоса, нахуй. Психоза, короче. Да, да, да. Я согласен. У меня банок-то нет от психоза, блядь. А хуйня вешается на нос, понимаешь? Бля, как ты заебал просто, сука, чертила ебаная. О, да-да-да, мне нужна эта залупа. Применяй. Я нашел антидихлофосик. Молодец, Владосик. Так, а я плакат нашел. Хорошо. Очевидно, что оно должно быть на третьем этаже. Это хуйня. Но мы же вентиль A ищем с тобой сейчас. A? Да? Ну С ты открыл? Ебать, ебать мой хуй. Ебать мой хуй. Я смотрю, у тебя вообще спокойно, в целом за тобой не бегает никто там, да? Бабка. Бабка? Да. За мной тут, блядь, вся пизда, пиздобрать, кроме бабки, бегает, по-моему. Все, кому не лень, нахуй. Все радости этой игры, блядь. А? За мной ебашут. Мне кажется, вентиля нету на первом уровне. На первом его нету. Ты смотри, там метки А, Б. Если увидишь, нам туда куда-то. Но метки А, Б я видел только один раз. И то они показываются сюда, а здесь все три вентиля лажа нахуй ебаная. Блять, бабка пришла, что ли? Ёбаный носок. Да, вот она. О, я вижу вентиль, погодь, брат. Да. Может, это он.
Ну-ка, давай. Хуй-то там. Хуй там плавал. На воротник прям. Да, мне опять психоз повесит, твою мать. А еще там рядом с тобой. Вентиль есть еще один? Бля, за мной бабка идет. За мной шлюха идет старая. Старая шлюха без шпингалета. Тут нет давления, пишется на втором вентиле. А куда его трубы идут, бля, кстати, мне интересно. Может, мы сейчас по трубам его найдем с тобой? Слушай, он по-любому на уровне, на следующем этаже. По-любому. Иди нахуй, пидор ебаный, блядь, мумия ебаная. Хули ты на меня накинулась-то, блядь? Прям перед вентилем, сука. Пидорас, блядь, ебаный. Штопанный, блядь, носок, нахуй. Я твой рот манал. Пидорасина ебучая. У тебя там знаков просто появился какой-то. У меня два их, чувак. Я вот сейчас два вентиля пытаюсь включить. Блять, мне два раза повесили психоз, пиздец. Это два крана не рабочих. А дихлофос наверху, я охуею, я ничего не вижу, короче. Не, ну мне пизда, короче, я все. Все, ко мне скиннермен пришел, он меня убивает. Оставь метку где-то. Я две аптеки всадил и сейчас свою еще всажу, но меня не отпустят. Все, я, слушай, я отхилился, но я все аптеки попроебал. Угу. Понял. И вентиля не вижу, плакат нашел. Пятый, о, отлично. Хорошо. Вот вентиль, честный. А. Там есть все, ну, вентиля круто. Поактивированы, тут давления не хватает. Здесь все вентиля я посмотрел. Отсюда я труба, тебе, отсюда тебе. Труба идет наверх, видишь, туда. Нам на балкон туда как-то попасть. Давай эту старую пиздятину отвлекем, где она там? Ты ее видишь? Эту хуету. Кстати, вопрос. Ты увидел тоже? Да, вот я. Да, даже два. Давай, открывай. Вот он, вентиль перед тобой. Нет, это не тот. Этот, что ли? Да, вот он. Нашел? Да, но там за мной идут, сука. На нем просто А написано или что? Я хуй знает, я метку поставил. И убежал. Ты не открыл его, правильно понимаю? Открой. Долбоёб! Долбоёб! Бля, я метку вижу, но не могу туда, там бабка. Не понял. Сейчас. Ебать мой хуй! За мной этот скиннермен еще бегает. Бля, как же что-то вот сходить? Ёбок с диклофосом приехал, сука. Как же ты тему, тут, блядь. Как же ты... Это на каком этаже метка была, кстати, что ты мне открыл? Второй, первый этаж, чё там? Второй. Блядь, они вдвоём подходят. Хватит копать. Угу. Пойдем обратно. Я, кстати, отсюда, от бабки съебонькивал, я помню. Давай, поворачивай. Кстати, может, это намек, что эту лодку надо повернуть как раз. Нахуй пошел. Где я, блядь? Я где, блядь?
короче. У меня я нихуя не вижу, короче, у меня прям все слепануло. Так, что происходит? Почему у меня координация вся по пизде идет? Все, у меня, короче, у тебя есть диклофос? Да. Дай мне, пожалуйста. Меня эта хуйня периодически догоняет, короче. Спасибо. Теперь вниз надо. Так, ну мы с тобой до сюда не доходили, кстати. Угу. У нас прям бабуля с тобой оформила в тот раз. Толкайте лодку. Давай, если что, будешь отвлекать. Закрой. Ох, ебать, смотри, там этот Шрёдер. Сейчас его надо туда. Этих деток. Сейчас старая пизда выйдет по-любому, да? Да? Бля, в натуре. На нахуй, бля, ну ты ебаный. Давай, доталкивай, пока я с ней бегаю. Она за мной чисто ебашит, давай. Она тупенькая, пиздец. К тебе, вали. Я ее пнул, давай. Убегай нахуй оттуда. Педофилы сраные. Ебать, она ебанутая. Бля. Больно бьет. Дальше. Покиньте испытание. Куда покидывать? Прямо? А, да, прямо. Ебать, крайне, ёбни ей, пожалуйста. Не, ничего. Бежим. Хилки есть у тебя? Неа. Ну где мы? Я же за тобой побежал. Пойдем. Легкая. Очень легко.